Так, меня зовут Константин Черничкин, я представляю коллектив по узору, который является куратором данной выставки, и мы представляем сейчас в Мариуполе ее экспозицию, она называется «Моя армия бачит сердцем». Вот, и это около 200 нами отобранных работ авторства военных, волонтеров, добровольцев и просто цивильных, которые были свидетелями событий, проходящих не только на линии фронта, но просто свидетелей того, как меняется сейчас армия и какие происходят трансформации в ней и, возможно, более эмоционально изнутри снятые фотографии и моменты. Собственно, на выставке будет представлено около 200 работ, и они представляют около сотни авторов, которые присылали в течение месяца по просьбе организации «Стратком», которая собирала эти, аккумулировала эти работы, и это действительно уникальный материал, потому что он показывает какие-то достаточно личные моменты, возможно, не всем всегда видимые в медиа и в пространстве вещи, и мы думаем, что это интересно было бы увидеть всем. Поэтому вот после Киева второй город, где это будет показано, это будет Мариуполь.